трактор! Ага! Трах-трактор! В предыдущей серии я наконец-то сказал Катюхе то, что я его старый. Ты взял у охранника свалки. Да, она очень даже удивилась. А также у нас было два важных дела, которые мы должны были сделать за эту серию. Первое, сгонять в ломбард и продать наши старые айфончики, ну хотя бы по минимальной цене. И второе, это как раз таки перетащить двигатель из трактора в мой мотоцикл, чтобы он наконец-то заработал. На входе в ломбард мы встретили странную бабульку, которая хотела нам продать овощи и фрукты, а в конце даже пригрозила ножиком. Айфоны-то мы продали, хорошо, по десяточке. Но когда вышли с этого ломбарда, то не ожидали увидеть бабульку вместе с грабителем. Как да стойте, да подождите меня, да за мной эти маньячины гонятся! Ёперный карапуз, как? Ага, прекрасно, прекрасно. Моя девушка меня же... Ага, ага, ага. Ой, а, да, и сюда. Не-не-не-не-не, баба Люба, какая баба Люба, не буду я никому идти. Да отстаньте, как? Я надеюсь, что она хотя бы остановится возле Семёныча. Потому что это машина Семёныча. Сейчас. Включаем максимум. Я помню, в детстве никогда не занимался легкой атлетикой, но всегда бегать быстро умел. Фу, я вроде от них оторвался или нет. Кать, сзади меня кто-то есть? Ты чё там? Это... Прибежал. Все, здесь, молодец. Тачку ты что там припарковала, ее Семёнычу нужно отдать. Ты что меня бросила, это такая собака? У нас одно место в машине, извини, пожалуйста. Ага, поэтому ты даже мне ничего не сказала, просто села, копыта двинула сразу вот сюда, да? То, что я убегала от этой бабуженцы и вот этого... Что, да? Так занесло. Такой дрифт тут устраивал, шо капец. Вон наш тачку вон туда нечаянно загнала. Хуист. Пойдем к Семёнычу. Ага, да, хорошо. Ты чё? Слушай, ты мне объяснил, пожалуйста, кто за нами сейчас бежал? Почему он выглядит почти так же, как ты? Давай начнем с того, то, что они бежали за мной, а не за тобой, потому что ты ехала в свои тарантайки. Это я своими двумя убегал от них. А почему он выглядит так же, как я не знаю, но стиль, наверное, мой копирует. Вот собака. Своей фантазии-то никакой нет. Ладно, надеюсь, то, что мы их больше не встретим. Да, уж дичь какая-то. Семёныч! Криминальный город, что с этого взять? Во-во, я тоже как-то начинаю замечать. Дорога, шкет! Я переместил двигатель из трактора в байк. Да ладно. Ты посмотри, Катюх, он реально двигатель поменял. Он был каким-то деревянным, помнишь, в прошлый раз? Сейчас железным стал. Да. Сейчас. Ну все, вытаскивай. Ой, давай на улицу. Я проверю, можно проверить? Нет, в этот раз я проверю, ты уже заколебала на самом деле. Ты в прошлый раз в машину даже мне сесть не дала. Это мой байк, и ты на него никогда в жизнь не залезешь. Так, налево поворачивает. Тут Семёныч, слышишь? Семёныч просит тачку загнать. Загоните синюю машину ко мне. Вот ты на ней каталась, давай ты и загоняй. Ладно. Давай, ага, налево поворачивает, направо поворачивает. А вперед он почему-то не едет, и назад он тоже почему-то не едет. Семёныч, ты точно двигатель ему поменял? Почему он не едет-то? Ага, сейчас зальем. Кать! Я тут припарковалась, короче, сами разберетесь, хорошо? Плохо припарковалась, нужно туда внутрь загнать. Ну почти. Да, загони внутрь. Я не могу, я не умею. Так, парковочка, паркинг. Да как хреновый какой-то. Она сама поворачивает, она сама! Я не могу понять, я даже ничего не нажимала, я только прямо стрелочку нажала на W, она сама. И это ты мне говоришь, что ты в июле хочешь пойти в автошколу, да ты даже парковаться не умеешь. Тут уже сразу минус машина, Кать. Кать, медленно, третья попытка, вперед, чуть-чуть, потихонечку, главное, ты смотри... Она опять начинает... Что ты делаешь? Я еще ничего не успела нажать! Подожди, да этот чертовый прицеп немножко отгоню, мне кажется, ты в него просто врезаешься. Да как ты боком припарковалась? Кать, ты... Да подожди ты! Подожди, Семёныч! Отстаньте от меня! Кать, ну мне кажется, ты в этой жизни что-то не так делаешь. Слушай, ты... Бери и сам загоняй! Стены не ломайте! Сейчас возьму и загоню! Вылезай из тарантайки этой!
Помалесеньку, помалесеньку. Давай, давай, давай. Сейчас, 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 сейчас. О, повело, повело, да? Повело. О, ща, как все? Все под контролем! Подожди. А зачем я обратно выехал? Тебя мотает в гараже, как я не знаю кого. Серёга, сам разбирайся с этой своей сатанической машиной! Подожди, о, ну почти припарковался, почти сейчас, вот, ну, вот так, ага, все, зашибись. Двери закрыть, все, Семён, все нормально, Кать, уходим отсюда. Ну давай, давай, покажи нам мастер-класс. Давай, надо сюда музыку вставить из Мастера Маргариты, вот это вот, тон. Ща я вставлю. Ну давай. Семёныч, что-то как-то знаешь, у тебя не лучше получается, чем у нас эту тарантайку припарковать. Да внутрь ты её загони! Ты что, думал, что ты здесь самый умный? Давай пока вот это всё вакханалия происходит, попросим ребят подписаться на канал, потому что... Ребят, да. Ну... Пока этот дебилоид не может здесь с башкой... Да загони ты её уже... Ну, тебя почти получилось. А, молодец. Хорошо. Удачи тебе в жизни, Семёныч. Ну, ты, ну... Ой, ладно. Подпишись на канал, Кать. Сколько там осталось подписчиков до 4 миллионов? Если я не ошибаюсь, около 30 тысяч. 30 тысяч до 4 миллионов и меньше, чем 30 дней до моего дня рождения. День рождения 22 июля. Если ты еще не подписан, ну, ради вот... Подпишись, пожалуйста, чтобы мы до моего дня рождения точно набрали 4 миллиона. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы Семёныч тебя передавил этой тарантайкой. Ну вот, наконец-то, спустя полчаса она стоит на своем месте. Ой, ёперс. Давай, тащи бензин. Катюх, я сажусь и уезжаю. Эй, я что ли опять за тобой буду бежать? В смысле? Обернись! Смотри! Это они? Это опять они? Кать, быстро в гараж! Быстро в гараж! Сын, Семёныч, спасибо! Ради всего сотом! Выйди на улицу! Выйди на улицу! Прыгай в яму! Прыгай в яму! Прыгай в яму! Всё, забежала! Семёныч, не спали нас, пожалуйста, если что, нас здесь нет. Мы в долгу будем перед тобой, прям в долгу. Кать, молчи, молчи, Кать! Хорошо. Какой грабитель? Это тот мужик из прошлой серии, и который за мной мчался в начале. Да, похуй, бабка с ним, это бешеная. Какая бабка? Я бабку никакую не вижу. Она была в машине. Бабка в машине? Да. Какая бабка? Которая тогда предлагала нам. А это бабка, которая нам этот фрукты предлагала и овощи? Да, у которой ты сигареты покупал. Ёперес, это я надеюсь, что Семёныч нас не спалит. Они сюда заходят. Сейчас я двери закрыл у них перед носом. Это нормально? Они могут подумать то, что здесь привидение есть. Ну пусть так и думают. То, что здесь привидение. Чу! Сейчас обосрался. Да сваливайте уже нафиг отсюда, с этого гаража заколебали. Кать, они ушли. Стоят вон. Тихо, тихо, они что-то... Они походу наш байк хотят стырить. А ну-ка, дай... Слушай. В смысле, дай погонять, я ему сейчас по башке дам погонять этим... Ща, Кать, ты там нормально? Да. Сейчас я посмотрю. Сейчас, подожди. Чё, я спрячусь здесь. Он хочет забрать его себе. У нас не двое, ты не знаешь чей, то я его заберу. В смысле, он хочет наш байк забрать? Он там совсем, что ли, офигел? Кать, он сел на мой байк, собака! Так, ну всё, это капец, я выхожу. Куда я ты? Выхожу. Кать, осторожно. Всё, всем хана. В смысле, хана? Тихо. Сейчас, подожди. Там бензина нет, Кать. Они ничего не смогут сделать. Так сейчас он заберет его, и все, и пипец, и без байка останется. Не заберет. Без денег останемся. Все, Кать, тихо, заткнись. Там бензина нет. Все, я выхожу. В смысле? Убегаю. Куда ты выходишь? Вот он мой байк. А ну, байк оставил, собака!
Почему наш байк хотели спереть сейчас? Как ты там... Выходи, все нормально. Ты посмотри на ее руку! Как ее нормально! Мы искренне нравственно страдаем, извиняемся за усугубление вашей личной жизни и за то, что мы усугубили череп этому молодому человеку. Никогда не видела девушку с железными сиськами. Кого? Бабуль, ты чего? Какие железные сиськи? Ты о чем сейчас, бабуль? Я сиськи там все, там не железо. Надо было ему уже вставить. В смысле? Так, подожди, я что-то ничего не понимаю. В смысле? Так вы вместе? Вы вместе или по раздельности, а? А то он вообще офигел. Так я сейчас вам добро сделала или Вот подожди, я что-то тоже ничего не понимаю. А это внук ваш? Она ему сейчас только что вставила. Кать, мне кажется, ты ему шею сломала. Хотя нет, он вроде шевелится. А, бабулька, чё? Чё-чё? Да он уже совсем зажрался, ты, девулька, молоток, уважуха. Вот так вот. Кать, выкинь этот гаечный ключ от греха подальше, пожалуйста, чтобы ты еще кому-то тут шею не сломала. Так, подожди, вы вместе приехали. Кать, вот, кстати, сравни. Смотри, как этот шкет выглядит, как я выгляжу. Так одинаково. Почти. Вы что, на одном секонд-хенде одеваетесь, что ли? Сама ты в секонд-хенде вот это сука-хенди вот это одеваешься. Ладно. Не, ну вот этот вот мужик, вот этот вот с мешкой на башке, мешок на башке, мусорный вот этот мешок, короче, он вообще, конечно, офигел. Я байк этот никому не отдам, ясно? Он мой. Тем более это мой байк, поэтому Катя никому не отдаст мой байк. Эй! Да Катя, все, не трогай его даже, пожалуйста, слезь нафиг. Ты его даже не заведешь. То, что бензина нет, логично. Тащи бензин, Семёныч. В смысле, а трактор? У нас же еще трактор. А, Катя, что нам с ним делать? Тебе нужен трактор? Давай на запчасти. Семёныч, трактор на запчасти нужен? Я могу за него предложить 4 тысячи. Мы согласны. Без единого слова, мы согласны. Кать, это 1/3 оплаты нашего вот этой хаты. Давай. Вот это, да. 4 тысячи. Все. А еще бензинчик, если можно, сгоняй за бензинчиком, если у тебя есть. Точнее, не за бензинчиком, давай за соляркой сразу же. Солярка. Бабуля, вы, конечно, молодцы, но вот с вот этим вот пукалкой ходить тут по городу не обязательно совсем людей пугать, хорошо? Забирайте свои вот это вот мешок, забирайте и валите отсюда, пожалуйста, хорошо? Угу. Я вот, кстати, так и не понял на самом деле, что это вообще случилось. Ты, бабуль, вы пришли с этим пацаненком, покажите нож, с которым вы нам угрожали. Вот, да, кстати, с этим. То есть они нам с ним угрожали, Вы за мной бежали? Опа! Вы с ним за мной бежали, а сейчас вы говорите то, что у Кати железные сиськи, то, что она молодец, что ему вставила? Ладно, бабуль, вы там давайте сами разбирайтесь. Ладно, мы поехали. Ага. Эй! Кать! Подожди! Ну давай. До встречи, Семёныч, давай, спасибо. Давай, Семёныч, спасибо за помощь. Давай, Катюх, догоняй. Ну подожди меня, пожалуйста. Ну я жду, как могу. Как могётся, так и ждётся. Если не ждется, ну так значит могется, просто быстрый у меня байк, смотри. Я могу газануть, вообще тебя даже не ждать. Я могу даже, опа, смотри, я даже могу здесь круги наматывать вокруг тебя. Ты изверг, а. Ты надо мной это издевалась в прошлой серии, когда на машине. Так вот, в прошлой серии, ты в этой серии вначале от меня уехала на машине. Все, давай, догоняй, я жду возле подъезда, пока. Кать, ты там долго, недолго, я уже дома. Блин, я думала, я буду год бежать. Ты вообще вот офигел, конечно. Мотоцикл наш общий, как бы. Можно было посадить меня назад. Ох, куда назад? Посмотри, там места нет. Куда его сажать? Одноместный, Кать. Одноместный. Кать! Ага. Чё? Ой, вот Наташка здесь у нас опять бухает возле подъезда. Здравствуйте, Наташка. Все, я понес моцик домой. Давай, закрывай дверь за мной. Чё? Нет, выйди за дверь, пожалуйста. В смысле выйти за дверь? Куда за дверь выйти? Я понес мотоцикл к нам домой. Я хотела тебя затроллить. Затроллила.
Ой, вы как за Кать здесь аккурат, вот как затроллила. Открой дверь! Кать, открой дверь, пожалуйста. А то я не могу с мотоциклом на башке. Ой, Нет, выйди. И сейчас, подожди. А, вот сюда. Так, подожди, стоп. Ага, да, все. Кать, мы справились. Ты... Чем? Подожди, ты хочешь, чтобы мотоцикл стоял возле кровати? Не, если хочешь, он может вообще у нас в ногах лежать, чтобы уже наверняка, знаешь, как домашний питомец. Но, скорее всего, да, пускай он там стоит. Вот. Сейчас ты домашним питомцем станешь? Я не поняла. Может быть, на балкон поставим, как бы, но это... Кать, он там замерзнет, а я как бы проявляю уважение к нему, он мне как родной внук. Поэтому я... Хорошо. Хорошо, может тогда ты на балкон пойти спать? Не, может ты пойдешь на балкон? Может быть ты вообще офигел совсем? Вот. Вот с кем слушай, я буду спать. Слушай, он соляркой воняет, ну ёпарасы ты. Да в смысле соляркой? Да нормально он... Ну я могу его переместить куда-то в другое место, но я могу его поставить... Ну куда? Я могу вот сюда на шкаф этот поставить. Давай гараж. Да у нас нет гаража. Ну давай найдем какой-нибудь дешманский гараж. Да кто там трезвонит-то? Сейчас, подожди. Ну ладно, я его пока вот сюда... А, вот я в шоке, поставлю. Тебе он дороже, чем я. Иди открой дверь, не умничай. Вот так вот появляются железки у мужиков, и все, и теряешь их потом. Алло, чё, кому надо здесь, чё? Наташка пришла, иди да сюда. Да чё Наташке это и надо? Здоров, Наташка! Привет! И тебе тоже привет. Что такое? Иди поговори. Ой, погори, ты там даже к моему мотоциклу не притрагивайся. Ты офигел? Я заметила, что только вы живете в этом доме. Слышь, Кать, чё Наташка горит? В пятиэтажном доме только мы с тобой вместе живем, а здесь больше никого нет, прикинь? Неплохо, неплохо. Ну и чё? И чё такое, Наташка? То есть мы твои единственные друзья, да? Я тут хотела к вам обратиться за помощью. Какой помощью? Нам бы кто помог в этой жизни. Мы сами еще на ноги толком не встали, Наташка. Катюх, ты там что делаешь с этим мотоциклом? Ничего не делал. Смотришь на него, вот смотри. Охраняю. Ну охраняй. Предложите мне какую-нибудь работу. Чего? Слышь, что горит? Катюх! Чё? Горит работу ей предложить. Какую работу? Даже, понимаешь, Наташка, то, что даже мы своей работы уже лишились, нас уже 100% уволили с Макдака. Погоди. Ну. Так, а может быть, она будет охранять мотоцикл? Так она его старотыбит. Посмотри на так нее. Ну мы ее убьем, если что. Если она украдет мотоцикл, то мы ее убьем? Ну я пошутила, ладно. Ну, в смысле, ну просто как бы, да, шучу, как бы. Слышь, это шутка, Наташка, это шутка. Слушай, слышь, Наташка, предложение какое-то. Тут на меня девка моя орёт. Орёт девка на меня. Орёт. То, что... Орёт. То, что... Короче, девушка моя прекрасная, чудесная, самая-самая-самая очумительно-офигительная горит, то, что нельзя дома байк хранить. Как тебе такое предложение? Сейчас, подожди. Чтоб соляркой не воняло. Байк будет стоять в подъезде. Вот смотри, как так совпало. Здесь урна есть, если что, нужно справлять. И здесь есть вот стул. Ты будешь здесь сидеть, охранять мой бак 24 на 7, 7 дней в неделю, чтобы его просто не старотымзили. А мы тебе с Катюхой, ну... Сейчас, ну, я... соточку. Ну, соточку у меня пока что только 50-очка. Короче, вот за следующие 4 дня 50-очка. Если что, мы тебе иногда будем там едой докидывать, там Катя иногда котлетки жарит. У нас у самих еды нет. Ну, иногда, когда появится, иногда будем едой тебе, вот, ты будешь охранять здесь, я потом тебе еще 50-очку сверху накину, если что. А, ну вообще без проблем, господин. Я тебе не господин, давай, ты вообще наша подруга, наша лучшая, вот, единственная, точнее. Единственная. Единственная подруга. Все, садись на свое рабочее место. В подъезде есть вахтерша, а у нас в подъезде будет смотрительница за моим мотоциклом. Все, Наташка, давай удачи. Поздравляю. Поздравляю, Наталья. Это ваш первый рабочий день. Я надеюсь, вы проявите все свои лучшие качества. И наш байк останется в целости и сохранности. Иначе отвечайте башкой, ясно? Отвечаешь башкой. Будешь бухать на работе. Просрешь байк, отвечаешь башкой. Поняла, Наташка? Поняла. Фу, я хочу спать. Я тоже давай, хочу спать. Давай уже будем ложиться спать. Ложись. Я, с этой стороны я всегда сплю. Какого хрена? Ложись. Да ляж ты уже. Не да ляж, не толкайся! Отстань. Да ляж ты уже на кровать! Видишь? Как лечь? Берешь, сгибаешься, на спину ложишься, но ноги выпрямляешь, руки тоже. Кать, тебе 21 год, тебя никто не научил, как ложиться в жизни, вот так. Все, я пошла на гладильную доску спать. Спокойной ночи. До свидания. До свидания.
и лайк, конечно же, поставь, если хочешь видеть новую серию. А, не-не-не, подожди. Лайк поставь, пожалуйста, хорошо? Пожалуйста. Я тебя прошу, просто чтобы ты понимал, кто тебя просит поставить лайк, хорошо? Кто тебя просит поставить лайк? Сама Екатерина Пропиздоновна! Поставь лайк. Так, Эдуард Выхухляцкий, я прошу вас заткнуться сейчас и... Затыкаюсь, лайк поставь, а мы прощаемся, Катя.